Всем привет! Я подготовила все, чтобы снимать видео, но тут уже занято. Не знаю, где он лазил, он в пыли в какой-то весь. Степан, уходи! Мне нужен комод. Степа. Вредный. Давай, давай, слезай. Так, ладно, начнем так. Сейчас буду показывать заказы, которые у меня накопились вот по второму каталогу. Также у меня есть новенький третий каталог. Спустя 10 минут теперь пришла я. Здесь до сих пор Степан. Ничего не меняется. Да. Степ, иди покушай, сходи. Все, Вася Степана выгнала. Вот такая у меня коробочка. Сейчас я ее поставлю на пол и буду из нее все доставать. Заказала я себе вот такую мочалку с сердечками. Она идет в пакетике на zip-замочке. И, кстати, очень удобно вот это вот брать с собой, если вы куда-то едете. Во-первых, вам не надо ни гель для душа, ничего дополнительного. То есть просто мочалка. Потом вы можете влажную положить прямо в этот пакет. На zip-замок закрыть. У вас в сумке нигде ничего не вытечет. И мы, когда ездили отдыхать, я именно так и делала. Но мочалки у меня были другие серии Beauty Cafe. Они разноцветные. И там было мыло кругленькое. Эту я пока еще не пробовала. Мыльца я тут насчитала 7 кусочков, 7 вот таких сердечек. И аромат тут клубника со сливками заявлен. Он мне очень напомнил гель для душа из серии Ля Крем с клубничкой. Вот мне кажется, очень похоже. Ну, такая вот миленькая мочалка. Еще одна покупка на тематику сердечек. Это вот такая чашечка. Чашечка прозрачная. Просто стеклянная. И внутри, видите, на ножке сердечко. Ну, так вот издалека выглядит все нормально. Пока тоже не пользовались. Я хочу дочке ее подарить. И если вот детально разглядывать, то сердечко не особо ровное. Но мне кажется, что оно из двух частей вот так вот как бы слеплено, из двух половинок. И вот здесь есть небольшая неровность. Ну, как будто одна половинка чуть-чуть выступает. Но оно гладенькое, без зазубрин. То есть, думаю, что ничего страшного. И на донышке есть вот такой логотип Faberlic Home. На упаковочке вот тут информация основная. Объем 400 мл. Потом высота 7,5 см. Кружку нельзя использовать в микроволновке. И нельзя мыть в посудомоечной машине. Стекло вот это термостойкое. Ну и в общем-то все. Больше добавить здесь нечего. Выглядит очень, на мой взгляд, симпатично и интересно. Так, теперь еще одна новинка тоже на тему сердечек. И именно из-за нее видео такое долгое время не выходило, потому что я уже получила эти тени давно. Но я настолько расстроилась, честно, что мне просто не хотелось их не использовать, и рука к ним абсолютно не тянулась. Вот, ну, сейчас уже расскажу про них. Сегодня очередной раз я попробовала сделать с ними макияж. И, к сожалению, не могу сказать, что мое мнение сильно поменялось. Мне они не понравились. Вот, да, у них классная упаковка. Они здорово выглядят. Конечно, дочка их как только увидела, сказала, что она тоже такие хочет, потому что сердечки. Ну, правда, прикольно. Ничего не могу сказать. И в закрытом виде, и в открытом. И вот эта вот коробочка розовая. Ну, то есть просто очень милая-милая вещица. Ну, на этом для меня, честно, плюсы заканчиваются. Нет, здесь есть несколько оттенков, которыми можно пользоваться, но иметь вот эти вот все тона в одной коробочке, а пользоваться, например, двумя или там тремя, я, честно говоря, смысла не вижу. Вот. Ну, то есть для меня оказалось это не совсем то, что я ожидала. Сейчас я вам покажу сводчи. Тени разные, как вы можете видеть. Вот есть матовые варианты, да, есть немножечко с блесточками, еще более блестящие. Ну вот, которые совсем матовые, они мне напоминают как мелки какие-то. Вот такой вот розово-лиловый. Сейчас снимаю с фонарем. Вот я нанесла нижний ряд теней. Ну, правда, в обратной последовательности. Начала вот с этого и закончила вот этим. Ну, то есть наоборот, да, получается. Вот так вот, если смотреть. И вот такой результат. Вот эти три оттеночка абсолютно матовые. Вот этот самый пигментированный. Ну и здесь мы видим такие мелкие-мелкие, совсем незначительные блестки. Но тоже не на особо пигментированной основе. Сейчас нанесу следующий ряд. Вот эти оттенки, но
в обратной последовательности. Мы видим на коже вот эти мелкие блесточки, очень похожи вот с этим оттеночком. И остальные три матовые наносила просто на чистую сухую руку, без базы, там, без всяких дополнительных эффектов, да, для усиления теней, так скажем. И вот такой вот получается результат. На глазах я вот когда пытаюсь что-то сделать, да, накраситься, то еще более бледно. То есть даже поверх основы для теней особо нет никакого цвета. То есть, да, видно, что вы немножечко вроде как более такая свежая, более отдохнувшая, так скажем, да, что есть какой-то макияж без макияжа, но лично для меня такой вариант, ну, просто мне не нравится. Я люблю, чтобы было более заметно, более насыщенно. И верхний ряд – это мой любимый ряд. Вот именно этими оттеночками я и пользуюсь. И, в принципе, вот раз, два и три, на мой взгляд, самые-самые, ну, для меня, опять же, все индивидуально, но самые такие уместные. Тоже сейчас вам покажу их. Итак, вот смотрите, перламутровый вот этот очень заметный и на глазах выглядит хорошо. Во внутренний уголок, если наносить, то получается такой вот более свежий такой вид и взгляд более открытый. Мне нравится. Вот этот, вроде бы розовый, но несмотря на то, что он такой яркий, розовый и блестящий, тоже очень неплохо выглядит в макияже. И вот этот персиковый также подходит на внутренний уголок глаза. Мне понравилось делать макияж вот с этим персиковым и дополнять коричневым, но не вот из палетки этой, а более темным цветом. Сейчас покажу, каким. Мне подарила ее Галя Сгибнева в декабре. Я обслуживалась в ее пункте выдачи и, в общем-то, вот она мне преподнесла такой подарок. Я, честно говоря, на эту палетку вообще никогда не смотрела. Они матовые, я матовые не люблю, но внезапно вот эта палетка стала действительно исключением. Здесь обалденные цвета, обалденная пигментация и тени просто изумительные. Причем вот эти тени можно использовать не только для макияжа глаз, но также еще и подкрашивать брови, между прочим. Вот такой оттенок, самый темный, очень мне понравился. Видите, у него какая пигментация прекрасная. Он замечательно наносится на сухую кожу, а на базу под тени так еще лучше. Он хорошо тушуется, держится. По артикулу я не сказала. Это лимитированная серия. Но я думаю, ее и так будет просто найти на сайте. Артикул 55-96-9. А вот таких теней есть три варианта. То есть три цветовых исполнения. И здесь у нас получается артикул 57-39. Вот. Именно у этой палетки, которую я вам показываю. На мой взгляд, просто идеальный. Вот сделала сводчи, посмотрите на палетку. Вот так вот, справа налево. И посмотрите, что получилось. Это все буквально в одно касание. Да, вот эти оттеночки, они такие довольно прозрачные. Но, тем не менее, очень хорошо, предположим, тушевать границы. Либо переходы делать. Сейчас на фонаре немножечко замечаю поблескивание, но это не от теней. Тени реально абсолютно матовые, то есть, видимо, это все-таки на пальцах немножечко блесток от предыдущих сводчей у меня осталось. Вот, а так вот оттенки очень даже правдоподобно выглядят. Заказала мультивитаминный и минеральный комплекс для детей. Можно использовать с 3 лет. Помогает поддерживать здоровый рост и развитие. В упаковке 60 капсул и рекомендуется принимать по одной в день. Вот. То есть получается, что этой упаковочки хватит на 2 месяца. Конечно, здесь есть табличка. Я думаю, сейчас будет не очень хорошо видно, если честно. Но здесь вот именно по процентам от нормы потребностей детей. Вот здесь вот категория 3-6 лет, 7-10 лет и 11-14 лет. Надо это все просчитать и, возможно, давать не по одной, а больше капсул в день, потому что Василиске 12 лет уже. Для себя решила купить вот такой БАД, поддержка суставов, в упаковочке 60 капсул. Принимать нужно 2 штучки в день. Так, значит, укрепляет связочный аппарат, восстанавливает хрящевые ткани и поддерживает выработку жидкости, которая необходима для нормальной работы суставов. Но поскольку 2 штучки в день надо пить, то, соответственно, этой баночки хватит
на месяц. Препарат этот принимаю 5-й день. Пока не могу отметить каких-либо положительных, отрицательных результатов. В целом у меня есть проблемная коленка, за которой всегда нужен уход. Поэтому скорее это для профилактики. То есть я всегда либо Доброген пью, либо Артрофорта пью. Ну, то есть стараюсь какие-то дополнительные витамины и какие-то источники питания давать своей бедной коленке. Для ухода за ногтями и кутикулой решила попробовать вот такое средство с амарантом. Видите, написано oil, то есть как маслица. Но по факту мне кажется, что это что-то такое больше гелевое. То есть текстура как гель маслянистый. И когда мы распределяем это по кутикуле, по ногтю, да, по ногтевой пластине. Немножечко остается такая и жирность. Воспользовалась им пока только 2 раза. Расход небольшой, потому что вот эта вот гелевая текстура и такая жирненькая, в общем-то, она, ну, довольно экономно расходуется. Ну и посмотрите, внутри еще видны всякие лепесточки цветов. Вот, в общем-то, выглядит очень интересно. В прошлом видео я говорила, что у меня было много клиентских заказов, поэтому у меня мое все практически закончилось. И вот я решила пополнить свои запасы. Мне очень нравится вот эта серия гелей для душа. Вообще в целом серия Ля Крем мне нравится. Особенно я могу выделить гель для душа. И вот я купила для себя целую... В общем, целую кучку. Вот, это мой любимый с миндалем, поэтому их 2. Вот такой вот мицеллярный с алоэ 1, с протеинами молочными. Он, знаете, ой, тот аромат, как овсяная печенька, очень тоже мне нравится. И последний вот такой с клубникой. Как раз в начале видео я показывала мочалку с мылом и говорила, что аромат мне напоминает вот этот гель. Вот, это он и есть. Вот, так что теперь гелями мы на некоторое время обеспечены, я так думаю. У всей серии этих гелей прекрасная кремовая текстура. Даже если у вас кожа нормальная и не склонна к сухости, то все равно вы оцените этот гель, поскольку после него, ну, абсолютно не хочется ничего наносить. То есть и настроение прекрасное благодаря аромату, и также кожа очень увлажненная. И сразу после душа она вот прям гладкая и действительно, ну, вот больше прям ничего не надо. Так что гели эти я систематически сама покупаю, многие у меня их заказывают. И также у кого кожа сухая или, например, ну, капризная, так скажем, ну, вот, тоже очень всегда советую попробовать именно эту серию. Вот еще совсем забыла, вот такие наклеечки для ногтей. Заказала 2 варианта, вот в красном исполнении и вот в таком вот черно-белом. Пока еще их не использовала. Ну, я не первый раз уже покупаю, на самом деле, наклейки для ногтей. Просто сейчас ногтей как таковых у меня нет. И я решила сделать вот такой однотонный блестящий маникюр. Когда немножечко отрастут, то обязательно украшу их вот такой вот красотой. Кстати, пользоваться ими очень легко. Набираете в пиалочку, ну там или в какую-то неглубокую мисочку воды, вырезаете нужный фрагмент, опускаете в мисочку, дальше вынимаете и отделяете наклеечку от пленки. Все, прикладываете к ногтю, убираете бумажку. Дальше нужно просто покрыть прозрачным лаком и тем самым зафиксировать вот эту картинку. Новиночка 2-го каталога. Вот такое мыло в форме кристалла. Вот. В такой идет упаковочке. Называется аметист. Здесь приятный аромат. У меня он ассоциируется с какой-то сиренью, может быть. Потом гель для душа. Тоже очень красивый флакончик. Здорово все переливается. То же самое. Еще есть в этой линейке средство для интимной гигиены, но я его забыла. Вот как раз гелем мы еще не пользовались, а средством уже активно пользуемся. И оно у меня в ванной стоит. Я его не взяла. Мягкое, деликатное, в общем-то, ну, так скажем, ничего сверхъестественного в этом нет. Просто красивая, нарядная такая лимитка. Потом еще есть соль для ванны с пеной. Вот так выглядит. Можно, в общем-то, неплохой такой наборчик собрать подарочный. Думаю, что будет и приятно, и красиво. Еще что касается средств для интимной гигиены, пополнила запасы, потому что и на даче подходит к концу, и дома уже тоже. Вот только вот этот фиолетовый. Поэтому решила взять, пусть будет. Из серии Эксперт Фарма.
две вот такие бутылочки. Оба средства гипоаллергенные, очень нежные, деликатные. Единственное, вот у этого варианта, мне кажется, что более выраженный аромат. Здесь иланг-иланг, и он очень ощутим. А вот этого геля, на мой взгляд, идет более нейтральный аромат. Оба геля содержат молочную кислоту и замечательно ухаживают за нежными частями нашего тела. Еще что касается гелей для душа, недавно появилась вот такая новинка с ароматом парфюмерной воды Валькирия. И поскольку очень люблю этот аромат, то, конечно же, взяла для себя и гель. Здесь 150 мл, гель обычный, прозрачный. То есть, если вот то, что я вам до этого показывала, вот эти варианты, они все кремовые, очень мягкие, деликатные, то это просто обыкновенный гель, но который повторяет аромат одноименной парфюмерной воды. Так что, если вам тоже нравится Валькирия, то можно теперь полностью прям вот благоухать. Еще одна голубая упаковочка. Это крем-флюид из серии Биомика. Я купила его на распродаже. Если вы зарегистрированы и у вас есть личный кабинет Faberlic, то на втором шаге оформления заказа, там где промо-акции различные, периодически бывают распродажи. Это могут быть распродажи какие-то сезонные, могут быть по сроку годности. Ну, то есть там разное бывает, надо, когда просто заказ оформляете, обязательно на это смотреть. И вот мне посчастливилось приобрести 3 вот таких вот тюбика по невероятно выгодной цене. Я сейчас вам один показываю, потому что привезла его на дачу, а остальные у меня остались дома. Итак, это крем-флюид для лица, рук и тела. И как раз вот на даче такая универсальность, она очень даже нужна. Потому что, во-первых, можно использовать для рук абсолютно для всей семьи. Если закончился крем дневной, ночной, тоже подойдет именно этот тюбик. Если, я не знаю, там надо нанести крем на все тело, опять же, можно воспользоваться вот этим замечательным тюбиком. И я уже такой покупала, он мне понравился. Здесь 90, почти 94% натуральных компонентов. Нет парабенов, силиконов, этилового спирта, красителей. Также здесь гипоаллергенная одушка и подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной. Ну и pH сбалансирован. То есть я так думаю, что подойдет, ну, прям всем. Также на распродаже я приобрела из серии Green Karma 2 геля для умывания. Здесь уже у нас 98,2% натуральных компонентов. Веганская формула. И, видите, упаковочка эко-френдли. Здесь 100 мл. Очень хорошо этот гель подходит для комбинированной кожи, для склонной к жирности кожи. Он хорошо очищает лицо, но при этом не пересушивает. Тоже купила 2 упаковочки. Одну для дачи, вторую оставила дома. Потому что у меня заканчивается моя любимая линейка ISIOL. И мне просто нечем умываться. Поэтому вот на смену. Покупала этот гель для умывания именно по распродаже, которая по срокам годности. И когда такие распродажи есть, опять же, это на втором шаге в промо-акциях, но там всегда написано, что срок товара до такого-то, такого-то. То есть это не будет для вас абсолютно сюрпризом. И если было написано срок до марта-апреля, то есть вы сами для себя делаете выбор, да, решаете, готовы вы на это, не готовы. Но цена более чем привлекательная, поэтому до апреля, я вот здесь вот посчитала, у него дата изготовления, так, сентябрь, октябрь 22 года. То есть, получается, до апреля я должна это использовать. Я с этим справляюсь, поэтому, в общем-то, по очень хорошей цене я купила и буду пользоваться. Для мужа приобрела уже в третий раз воду парфюмерную Викинг. Открывать сейчас ее не буду, запечатана. И в текущем каталоге, который вот у меня на заднем плане стоит, вот, вот в этом, во втором, лучшая цена за последнее время. Видите, 55% скидка. Сейчас стоимость вместо 2 300 999 рублей. Плюс, если у вас есть личный кабинет, то вы еще получаете скидку 20% на весь товар. Каталог этот действует до 11 февраля. Ссылку на сайт
ну, где я это все заказываю, я оставлю, как всегда, в инфобоксе под этим видео. Для ухода за полостью рта приобрела 2 тюбика зубной пасты. Линейка эта позиционируется как такая народная, поскольку, во-первых, она была разработана совместно с консультантами Faberlic, то есть нас как бы спрашивали, нам давали всякие разные опросы, и мы голосовали по компонентам, которые будут входить в состав этой серии. Это не только про пасту я говорю, а гель для душа, шампуни, ну, то есть много всего. В составе здесь очень высокий процент натуральных ингредиентов, также большой объем, приятный вкус, ну и хорошие показатели по использованию. Вот. В общем-то, купила 2 тюбика, будем пользоваться. Также один отвезу домой, второй оставлю на даче. Следующее, что хочу показать, это вот такая тинт-сыворотка с алоэ. У меня, видите, здесь уже не хватает, потому что я активно ей пользуюсь. 97,4% ингредиентов натурального происхождения, гипоаллергенная, веганская, не тестируется на животных. Опять же, знак эко-френдли. Вот, вот отсюда я смотрю все эти значки. И еще здесь заявлено, что она изготовлена на основе 100% сока алоэ. Растительных пептидов, увлажняет, ухаживает за кожей в течение дня. И у нее очень легкая текстура. Итак, оттеночек, кстати, у меня 65-70. Вот, потому что сыворотка эта представлена в нескольких вариантах. Давайте посмотрим, как она выглядит. Вот. Она действительно очень легкая. И если, например, сравнивать с серией Glam Team, да, где сыворотки такие более тягучие, более такие плотненькие, то это нет. Она абсолютно легкая, хорошо распределяется, довольно быстро впитывается, имеет приятный аромат, но у нее очень легкая перекрывающая способность. То есть мне надо наносить ее в 2 слоя. Мне в 1 слой абсолютно ее мало. И посмотрите, как она ложится вот после распределения. То есть если у вас хорошая кожа, без очевидных проблем, вам в 1 слой вот этой сыворотки, просто чтобы немножечко выровнять тон и придать такую свежесть, будет вполне достаточно. Для моей кожи, которая комбинированная, с расширенными порами, ну, то есть иногда с какими-либо нюансами, да, которые надо скрыть, мне одного слоя этой сыворотки мало. Поэтому я делаю по-другому. Я наношу дневной крем, через где-то 5 минут наношу один слой этой сыворотки, и потом смотрю, где надо еще более такой вот плотный слой, просто точечно наношу. И потом уже такими вот вбивающими движениями я прохожусь по этим местам, которые требуют особого внимания. И, ой, хотела сказать, что у этой сыворотки очень приятный аромат. Вот, по тону, кстати, тоже мне сначала показалось, что немножечко желтит, но по факту, видите, подстраивается замечательно и, в общем-то, пользуюсь. Также я для себя еще купила вот такой тинт. Это моя покупка, не знаю уже в какой раз, увлажняющий тинт для лица. Здесь очень маленький объемчик. Кстати, тут я вам не сказала, тут 30 мл все-таки. А в этом тинте всего лишь 17. Это действительно мало. Потом меня еще раздражает, что постоянно колпачок трескается. Просто постоянно. Вот он новый. Я им пользовалась 4 раза, а колпачок, все, он уже треснул. Я не знаю, с чем это связано, но тинт этот я просто обожаю. Давайте вот так. На этой руке теперь смотрите, он как будто белый, да? Артикул здесь 63-55. Вот, думаю, сфокусировалась. И в нем, видите, как будто какие-то вкрапления. Далее мы его распределяем и можем видеть, что из белого он начинает превращаться, ну, в телесный такой тон. То есть он замечательно подстраивается. И вот здесь перекрывающая способность лучше, нежели чем у вот этой новинки. То есть нет эффекта маски, нет перегруженности кожи, но вот именно маскирует он лучше. Даже со всеми нюансами моей кожи, которые я вам писала, вот этого тинта мне хватает в 1 слой вполне. Ну и вот так вот выглядят оба средства.
И немного забегая вперед, сейчас вам расскажу про новый аромат. Называется он Арванта. Вдохновленный храбрыми и величественными амазонками. Это новиночка третьего каталога. У меня дело в том, что уже сейчас 100 баллов. Причем не сейчас, а уже еще на прошлой неделе было. Поэтому мне больше в этом каталоге просто не надо. И я новинки, как обычно, заранее в этот раз приобретать, к сожалению, не буду. Поэтому отдельного видео тоже не будет. И новинки, которые у меня есть, это тушь и пробник новой воды, я вам покажу именно сейчас. Я его нанесу, чтобы освежить память, так сказать, и зачитаю вам пирамиду. Вот если даже без пирамиды, да, просто говорить о аромате, я отчетливо здесь ощущаю клубничные ноты и плюс это какая-то трава. То есть клубничные и зеленые ноты, при этом еще немножечко как будто перчинка. То есть какие-то, может быть, специи. Сейчас давайте посмотрим, что нам пишут про этот аромат именно в каталоге. Основные ноты клубника, жасмин и дубовый мох. Свежесть мандарина и клубники с терпкими оттенками бергамота обезоруживают каждого, кто встретится на пути. Лесная фиалка и жасмин решительно целятся прямо в сердце. Очарующая амбра, мускус и яркий древесный аккорд пленяют без боя. Вот я чувствую все равно клубнику и зеленые нотки. То есть ни жасмина, ни каких-то древесных нот я здесь не ощущаю. Я не очень люблю свежие такие вот травянистые ароматы, но тем не менее вот этот меня заинтересовал. И пока вот третий день я его пытаюсь распробовать, да, наношу, хожу с ним, обновляю. И вот все равно меня не оставляет ощущение, что что-то интересное тут все-таки присутствует. Потому что по описанию, пока я не взяла пробник, я думаю, нет. Наверное, это все-таки не мое. Хотя вот цветочно-древесные я люблю, но древесины я тут не чувствую. Просто какая-то травка и земляника. Но тем не менее, подумаю, может быть, даже и куплю, еще раз повторюсь, полный аромат, поскольку ну и цена не очень высокая, и аромат действительно интересный. Ну и, наконец, последняя новиночка. Многие ее ждали. Это даже не новинка, я скажу, а переупаковка скорее. Смотрите, какой футляр. Мне очень понравилось это исполнение, такой вот стальной. Конечно, я не знаю, зачем они наклейку налепили, потому что и так в коробочке, и когда в коробочке уже, ну, вряд ли кто-то туда полезет и будет ее открывать. Вот. Ну, в общем, что есть, то есть. Наклеечка тут защитная была. Вот такой замечательный футлярчик и сама тушь. Она уже у нас, наверное, третий раз представлена. То есть переупаковывается вновь и вновь. И вновь и вновь пользуется спросом. Тушь называется Miss Curl. У нее силиконовая щеточка вот такая изогнутая. Она очень хорошо разделяет реснички. Но пока она свежая, лично мне не хватает объема. То есть даже там в 2-3 слоя мне все равно хочется побольше объема добавить. У меня есть очень много знакомых, клиенток, да, просто подружек, которые действительно обожают вот эту тушь. Я уже, конечно, им написала, что их легенда возвращается, поэтому скоро будут новые заказы на нее. Вот так она представлена в каталоге. Видите, легендарный продукт в обновленном дизайне. Текстура действительно хорошая, она подчеркивает изгиб ресничек, очень хорошо их разделяет. Если свои ресницы у вас длинные, может быть густые, то вам в один слой будет достаточно нанести эту тушь, чтобы преобразить реснички. Если, как у меня, то есть такие, не могу сказать, что совсем короткие, но средние, не очень густые, и вам хочется больше объема, то ну, либо надо будет эту тушь чем-то дополнять в первое время, пока она немножечко не подсохнет. Вот. Ну, либо же просто перетерпеть немножко. То есть такого вот эффекта, например, как вот у модели на фотографии, у меня от этой туши не получается. Длина есть, подкрученный такой вот эффект немножечко изогнутых ресничек есть, но объема абсолютно мне не хватает. Поэтому всегда добавляю второй слой объемной туши, и тогда выглядит действительно здорово. Кстати, еще она протестирована и одобрена офтальмологами. И на сегодня это все, что я вам хотела рассказать. Все мои контакты и полезная информация, как всегда, в инфобоксе под этим видео. С вами была Ольга Рогалева. Приятных покупок, до новых встреч. Всем пока.